Девушки просто обожают выделяться из толпы, экспериментировать с имиджем и меняться. Ведь так хочется побыть и солнечной блондинкой, и жгучей брюнеткой, и эффектной рыженькой. Но вот проблема – портить собственные волосы окрашиванием желания нет. На помощь приходит Каниколон – настоящий бьюти-тренд этого года. Дополнительные плюсы в том, что Каниколон, он очень объемен, и он создает еще визуальный объем. То есть у человека, у которого недостаточно густоты волос, но есть длина, допустим, нет густоты, или наоборот, есть густота, нет длины. То есть он позволяет вытянуть косы, сделать их более длинными, сделать объемными, когда их недостаточно, примерить на себе те цвета, которые ты боишься покрасить, то есть тебя не обязывает. Каниколон, искусственные волосы высокого качества, были изобретены в Японии и с тех пор пользуются огромной популярностью у модниц. Цветовая палитра поражает воображение, оттенки можно выбрать на любой вкус и цвет. Однако с видами прически особо не разгуляешься, Каниколон можно только вплетать в косы. Сугубо только для кос, потому что он не обрабатывается никакой термообработки, поэтому он рассчитан только на плетение, потому что с ним ничего больше делать нельзя, только заплетать. Ни утюг, ни фен, ни гофрет, то есть абсолютно ничего нельзя с ним делать. Это искусственный продукт, он начнет плавиться. Мыть голову с вплетенным Каниколоном, естественно, тоже нельзя, но при правильном креплении накладных прядей можно проходить с такой прической до нескольких дней. Каниколон, по сути, подходит всем. Почему? Потому что когда человек, в основном Каниколон заплести может сам дома, только тот человек, у кого послушный сам по себе волос. Он ровный, не пушится, не вьется, и ему не столь сложно его заплести. Допустим, с ровными волосами, как я заплету сама Каниколон. И то есть свои проблемы, потому что у меня гладкий шелковистый волос, а Каниколон, он идет пористый. То есть, как минимум, я должна загофрировать волос, чтобы визуально был похож. Лучше, конечно, Каниколон плести в салоне, чтобы это сделал мастер. Потому что мастер подготовит любой волос, сделает его таким, каким он должен быть для Каниколона. При выборе Каниколона обращайте внимание на качество. Волосы должны быть густыми и плотными. Экспериментируйте и будьте красивыми.